Толстеть точно нельзя. Первое впечатление от номера в нашем милейшем отеле. Небольшой. Маленько. А смотри, утюг есть. Класс. Вот смотри. Вот смотри, висит. Ничего себе. Нет, это отель не для жирных. Отель для очень худеньких девочек. Не, ну, меня все устраивает. Красота. Я понимаю, работа фэшн-блогера. Притащила штатив и фоткаться. Мы пришли в типичное инстаграмное место, в сад Тюльри. Как он называется? Сад Тюльри. В общем, эти зеленые стульчики, кофе из кафе Китсуна, или как оно тоже называется, с их названиями, конечно, язык можно сломать. Но мы решили не отставать от других блогеров и прийти на это место. Человек с новыми генами. Красота. Расскажу вам о секонд-хендах в Париже. Такая вставочка из Праги, так как в Париже я не особо разговаривала на камеру, решила сейчас записать. Мы обошли примерно 10, может быть, чуть меньше секонд-хендов. В каждом из них была отвратительная атмосфера. Я ожидала чего-то намного большего, намного эстетичнее, веселее, но почти везде играла техномузыка на всю громкость, были работники не очень приветливые, такие грубые, резкие, и хотелось всегда уйти побыстрее из этих секонд-хендов. Так что, к сожалению, не могу вам ничего посоветовать, но я знаю, что в Париже классные барахолки, правда, они работают чаще всего на выходных, и поэтому мы на них не попали, мы приезжали в Париж в будний день. Так что надеюсь, что в следующий раз я посещу хотя бы одну из их барахолок. Я сняла парочку секонд-хендов на видео, и сейчас вы их увидите. Извиняюсь за еще одну вставку из Праги. Я сейчас пересмотрела все исходники, все видео, и все-таки один секонд-хенд я могу вам точно посоветовать, потому что там были довольно приятные вещи, музыка была очень классная, джаз играл на фоне. И все было, в принципе, очень аккуратно. Я на все секонды поставлю адреса, но на том я напишу, что вот этот могу посоветовать. Потому что там, я помню, было очень много Levi's джинс и пиджаки, даже люксовые были, и, в принципе, по приятной цене. Поэтому тот секонд-хенд я все-таки могу вам посоветовать. Thank you.
пришли поужинать в случайный ресторан итальянский. Хочу сказать, чтобы вы не обращали внимания на красоту ресторанов, потому что мы сидим в не очень красивом ресторане, но тут прекрасные итальянцы сделали нам пасту. И пасту они вроде делают сами, ну, именно макароны. Да? Так что это была просто идеальная паста с трюфелем, особенно после долгого голодного дня. Напишу название и адрес. Прекрасное место. Чао, какао. Вот тут. Кафе де Флор. Мы пошли туда, потому что в Инстаграме все туда ходят, все модные блогерши там тусуются. Оказалось, это вообще не стоит того. Кофе и просто зеленый чай по отдельности стоят где-то 7-8 евро. Кофе делает машина, а не человек. То есть вам даже не нарисуют вот это банальное сердечко на капучино. Круассан, не спорю, вкусный был, но мне кажется, в Париже везде вкусные круассаны, поэтому... Ну, 3 евро, я не знаю, наверное, это нормально. 3 евро за круассан. Ну, красиво посидели, но больше я туда не пойду. Стаканчики в Сен-Лоран. На голове бардак. Последнее утро с дождем в Париже. Хотели посидеть на зеленых стульчиках напоследок, но идет дождь, поэтому мы стоим. Прячем новые кеды. Да, прячемся вот таким вот козыречком.